Куда вот ты пошел? Он даже думаю. Морду не прячет, видишь, такой. Можно мне погладить? Ну, он колючий. Ну, попробуй. Кстати... Артифон! Мы его уже пробовали, он не, они не очень колючие. Взрослые. Не будет? Ну, да, ну, колючие. Боится, не колючие, ну, какой вообще, да, глупышка? Вообще маленький-маленький. Не так, а ну, Даня, убери ручку, может, он хлебушек будет. Не убегай. Не как, кстати, как не убегай. А взрослые... Бедный ежик. Их, я его погладить кушай. Хотел, а он... Кушай. Такой... Че малыш? А можно его взять в руку? Возьми. Ему яблочко принести? Высоко не поднимай. Ой, блин, он очень колючий. Потому что маленький. Высоко не поднимай. Все, спрятался? Нет. Высоко не поднимай. А можно мне поднять? Ушки такие. А можно мне его взять? Смотри, упадет сейчас, упадет сейчас. Сейчас, Данька. Он прям пушистый, теплый. Арчи, нельзя. Мне кажется, он какой-то хрючок. Дай Дане. А если я такая малютка, вот сладко. А сейчас дади, а только быстрее поставь. Бери руки, он не тронет. Господи. А что, Кирилл колется? Нет, не очень колется, просто он может упасть. Может. Ага. Даня, пониже. Высоко не задирай, да. Чтоб упал, ниже земли не упал, короче. Милый какой. Не, Арчику тоже интересно. Да он хоть за хлебом лезет. Чуть не грохнулся. На, на. Он назад лезет. Класс, да? Ага. Он пушится такой. Идёт. Да мне тоже пошел. Правда, у него когда-то. Он хочет, кажется, упасть. Не надо падать. Слезть. Да, у такие лапоньки. Лапки. Покажи, мам, лапки. Ну, семейство пришло, это третий, Малыш. Получается. Я двоих видела, это третий. Ну да, Малыш. И я с Кириллом. Арчи, пошел на место. Приятно. Это, наверное, самое милое существо, которое я видел. Вообще, с ладошку. Ты такой маленький. Помнишь, мы на Первомайской видели, да, такие тоже семейство? Угу. Большие были. А от маленького я такого... Носик такой года. Холодненький, носик такой. А можно мне пощупать? На, чипни, попробуй, может, будет. Ну, хоть чипни хлеба. Не надо. Я его поглажу так. Чего? А я смотрю, ну, как... Да, он прячется, не надо. Как копошится ему. Положи на ручку. Он, кажется, ест. Не хочет. Да он нюхал. Ладно. Не, мама. Не хочет, не надо. Ладно. Боится. Оди остальное семейство. А где не делись? Не, где-то что-то заныкались. Да. Они ушли, походу. Ну, ничего, вернутся. Они, по-моему, не бросают. Арчи, пошел на место. О, он прям... Ручки, ножки. Не ослепнет. Семейство ушуршало. Ну, должны вернуться, по идее. Не потеряется. Тут не такое... Пугает. Маленький, а уже защищается. Инстинкт. А тут под иголочками шерстка такая мягенькая. Они мягкие-мягкие, там пузико вообще нежное-нежное. Блин. Будь здоров. Нет, я просто его снизу погладил. Не надо, он, видишь, так сразу ругается. Ну, Арчик тоже так умеет чихать. Такой Арчи такой. А что? Я чихаю, и вы такие не делаете. О! Я хочу, чтобы он носиком повернулся. Поверни его носиком, Даня хочет снять носик. Вот он. Как этого забыла. Видишь? Звезда. Ого. О, получилось. У меня прям сильная вспышка. Я еще... А, текает.
Какой миленький. Я вообще не колючий. Да нет. Правда, может. Кирилл, можно мне? Так, сейчас ты посмотри. Да, ему. Все. Иди. Держи просто, а он сейчас сам придет. Мама, возьми, пожалуйста. Он не хочет. Давай, Кирилл. Ну, давай его. Да пусть сейчас он сам пойдет. Кирюш, не пойдет, наклони, дай его Дане. Вот. Бедный ежик, он просто шел, взяли и начали мучить. Ой. Ну, как-то так, мы люди такие. Помучаем и бросим. Да зачем? Ну не надо прям так. Сладкий такой. Да, крошечный совсем. Еще беленькие такие иголочки. Нет. А что, на усы никто не посмотрел? На палец. Нюх-нюх-нюх, палец. Ты его сейчас только... Мне нравится, наверное. Потому что он когда чихал... Ткнул в него своей сосиской, да? Он чихал, ты ему подтер нос. Какой славный. Ой-ой-ой. К папе, ладно, наверное, все, отпускай, пусть бежит к своим. А туда у него семья убежит. Ну, в яму не надо только, ну, туда отпускай. А вообще желательно вот туда отнести. Да сюда, отнести, он сам упорчет. Вот здесь вот, он сейчас сам убежит. А ну-ка, насколько быстро? Все, беги. Да не насколько он еще, пространственно дай ему определиться. Все, отходите от него. Миленький. Все, хай бегает, бежит, куда ему там надо. Я потом завтра приду. Да, пошел. Спасибо, мама. Пошел сразу такой. Я потом завтра приду и посмотрю, он там. Да найдет, вот мелкий куда-нибудь да пролезет. Да, проследи, что парчик реально не догнал. Ну, вот туда бы посадили бы, и все, и пошел бы. Или петуха уже съел. Корячится, корячится. Вот, сейчас пролезет. Корячится. Арчи, ушел, пошел на место. А может он им нет, он корячится, корячится, пролазит. Миленький. Он сдался. Пинка волшебного дать тебе. Арчи, нельзя. Не застрянет. Опа. Все, пошел, давай, шуруй. Добрый путь. Пока. Земля, прощай. Пока, хороший. Зефир нельзя. А вот зефир, наверное, уже может. На. Что не задумаешь, пойдем. Все. Пока. Так, руки мыть.